Здравствуйте, мои милые маленькие телезрители! Вот и снова мы с вами встретились. Добрый вечер, девочки и мальчики, а также мамы, папы, бабушки и дедушки. Ребята, а знаете ли вы, что такое находчивость? Находчивость – это когда нашел что-то полезное, шел-шел и нашел. Да нет, находчивость – это сообразительность. Верно, это когда умеешь находить выход из сложной ситуации. А чтобы уметь это делать, необходимо быть смышленым, как мышонок Пикс, о котором мы сегодня почитаем сказку. Ой, я очень люблю слушать истории про мышонка Пикса, он такой веселый. А еще он добрый и никого не обижает. Вот именно, но, к сожалению, так случается, что самого мышонка очень даже могут обидеть. И он часто находит выход почти в безвыходных ситуациях. Как это в безвыходных? Об этом ты узнаешь из сказки, которая называется «Как мышонок Пикс с волком в угадайки играл». То есть он загадал страшному зубастому волку загадки и не испугался? А вот послушайте. Шел как-то мышонок Пикс по лесу, а тут волк из-за куста, страшный, зубастый. «И куда это ты, мышонок, направляешься?» – спрашивает. «Да вот, погулять вышел», – отвечает Пикс. А сам дрожит от страха, волка испугался. «А я вот себе что-нибудь на ужин подыскиваю», – говорит волк. «Смотрю, ты идешь». «Да не дрожи ты так! Сперва давай в угадайки сыграем. Игра у меня такая. Я даже одну загадку про запас имею. Отгадаешь мою загадку, не съем тебя и позволю самому мне загадку загадать. А не угадаешь? Тогда съем». Делать нечего. Согласился мышонок с волком в угадайки играть. «Давай, — говорит волчок, — свою загадку». «Что ж, слушай, — начал волк. «Очень добрый серый зверь, ты, малыш, уж мне поверь, знает в козах и овцах толк. Что узнал? Ведь это волк!» – закричал мышонок Пикс. «Правильно!» – обрадовался волк, сияя от удовольствия. «Ориентируешься?» «Конечно, ориентируюсь, ведь я не хочу к волку на ужин попасть!» «Ой, как страшно! Неужели волк его съест?» «Наверное, он что-то придумает. Он же ведь такой смелый». «Конечно. Так вот, волк и говорит. Ну что, длиннохвостый, давай теперь свою загадку. Отгадаю – съем. Не отгадаю – отпущу». «Неужели отпустишь?» – спросил недоверчиво мышонок. «Отпущу», – как-то нерешительно ответил волк, глядя вверх. На березе сидела сорока. «Ты что же, горластая, не веришь, что ли?» – оправдывается волк. «Сказал, что отпущу, значит, отпущу». «Посмотрим, серый разбойник, какая у тебя правда!» – застрекотала сорока. «А иначе весь лес цену волчьего слова знать будет». «Ну, давай, давай, быстрее свою загадку!» – обратился волк к мышонку. «Некогда мне разговорами заниматься, ужинать пора!» Мышонок немного подумал, почесал за ушком и говорит: «Будь что будет, отгадывай, волк, мою загадку!» «Это серый хищный зверь! Ты ему не верь, не верь! Зубы зверя – сабель полк! Догадался? Это...» У волка от мышиного нахальства просто челюсть отпала. Он, конечно, сразу понял отгадку, но признавать не хотел. «Нет, не знаю я такого зверя! Он, наверное, не из нашего леса», – начал оправдываться разбойник. «А если не знаешь, отпусти, мышонка», – вмешалась сорока. «Как договаривались, не отгадаешь загадку – отпустишь». Так что пришлось голодному волку мышонка все-таки отпустить. Не портить же репутацию. Да и сорока все видела, разговоров не оберешься. Здорово, когда даже волк свое слово держит. Есть даже поговорка такая. Да, слово «держи». Ты молодец, что вспомнил хорошую поговорку. Ведь это очень важно – держать свое слово, отвечать за него.
А еще мне понравилась загадка Пикса. Волк сразу себя узнал. Главное, чтобы волк запомнил, что не стоит других обижать. Истинная правда. Ну что ж, ребята, кажется, мы все дела с вами сделали. Сказку прочитали, с поговоркой разобрались. Осталось пожелать нашим телезрителям всего самого-самого хорошего и попрощаться. До свидания, ребята. Пусть вас оберегает ангел-хранитель.